Испытание с утра, взвешивание. Кажется, кое-кого ждет неприятный результат. Какой ужас! Пиджак стал тесноват. И о любимой еде придется забыть на некоторое время. Эти салаты действуют на нервы. Недостаток калорий, боль. Что это там? Ах, моя прелесть. Нет, я сильнее, шоколадный бес. Отправляйся в ящик. Нет соблазнов, нет проблем. С сегодняшнего дня сладости под запретом. Ни одна конфета не пройдет. Иди-ка сюда. Конфетный сканер не обманешь. Придется отдать свои сокровища этой драконихе. А теперь ваша очередь, барышня. Нарушаем. Ого, сколько снеков! Что там у тебя, дорогуша? А у этой еще больше. И как это все в них помещается? Ужас! И эта ученица не исключение. Теперь на столе у мисс Флав запас конфет на месяц. Все эти сокровища отправятся в бездонный ящик. На лучшие времена, когда с диетой будет покончено. Урок грамматики «Повод» — погрызть гранит науки. Давайте разберемся, как приготовить такой вкусный учебник. Возьмем 4 вафельных коржа. Добавим нутеллу. Равномерно распределим и соединим страницы. Раскатаем мастику. Добавим коржи, смазанные нутеллой, и завернем. Поправим обложку и с помощью трафарета нанесем пищевой краситель. Это что еще такое? Есть грамматику? Какое святотатство! Главное — успеть доесть до начала урока. Нужно продегустировать бумагу. Это явно несъедобно. Секрет вкуса останется между нами. А к доске пойдет... Да-да, ты. Пока одноклассник оправдывается, кто не заметил интересный ремень? Нам понадобится жвачка-рулетка, крепление для ремешка и степлер. Желанная жвачка. Тони не смог удержаться и поделился с друзьями. Правда, любое действие вызывает последствия. Бедолага потерял штаны и место в классе. Дженни снова захотела перекусить. Ох, мел сломался. Запасного мелка не найдется. Дженни заметно нервничает. Нужно срочно уничтожить улики. Кажется, мисс Флав догадалась, что это карамельки. Дженни, конец. Пить маркер? Кажется, это очередной лайфхак от нашей сладкоежки. Нам понадобится разобрать маркер. Очистить от остатков чернил. Заправить корпус фантой. Добавим трубочку и закроем. Злобная училка снова учуяла сладости. У кого-то неприятности. Фанта еще и на тетради. Это билет к директору.
Чувство голода не покидает нашу Дженни. И что же она придумала на этот раз? Тайник с чипсами. Хитро. Возьмем маленькую баночку чипсов и покроем ее акриловой краской при помощи спонжика. Добавим рисунок карандаша. Сделаем верхушку и закрепим на крышке. Карандашница готова. Карандашница Дженни вызывает зависть. Это тебе за фанту, подружка. Месть – это блюдо, которое подают холодным. В классе новенький спортсмен по обмену. Мисс Флав объясняет правила. Кажется, его мускулы покорили всех девушек в классе. Мышцы явно с подвохом. Да, никто не любит обманщиков. Какое разочарование! Пока преподаватель не видит, самое время погрезить о еде. Но в планы девчонок ворвался доносчик. Учитель вышла на сафари. Мисс Флав изымает меню для подробного изучения. Невероятный аромат сводит ее с ума. Погруженная в мечты, учительница грезит рестораном. Божественный вкус запеченного картофеля в тандеме с нежной индейкой в карамели, приправленная отборными восточными пряностями. Неловко перед студентами вышла. В классе не место вредной пищи. Кажется, настало время для досмотра. Что? Сканер вышел из строя? Не беда, у мисс Флав есть план «Б». Никому не сбежать от рентгена. Никто не будет рад конфискованным сладостям Дженни. Но таковы суровые правила школы. И суровая диета мисс Флав. У Кэролайн есть свой сладкий секрет. Кэролайн необычайно хороша. Изюминка образа – ободок. Обзавидуешься. Для изготовления такого понадобится обруч, пергаментная бумага, хорошенько нанесем пищевой клей и приклеим сладости по вкусу. Наш вкусный аксессуар готов. Ох, Кэролайн, ты совсем забыла о том, что конфеты липкие. Бедняжка, осталось заесть горе. Приправа из волос не улучшила вкус. Если хочешь что-то спрятать, спрячь на видном месте. Ну, или не совсем видном. А тема сегодняшнего урока – неожиданные сладости, оказавшиеся на полу. Мисс Флав перепугана до смерти. Лучший способ побороть соблазн перед сладостями – поддаться ему. Никто не заметит эту сиюминутную слабость и сладость. Калории восстановлены, можно вернуться к работе. Так, а это что за сопротивление? К директору, бунтари-сладкоежки. Энни что-то замышляет. Кажется, у нее в шкафчике тайная плитка шоколада. Но как пронести ее в класс? Скажу, что была в гостях у бабушки. Шалость удалась. Училка ничего не заметила. Шоколад, настало твое время. Аппетитное чавканье. В
чем это у тебя руки, замарашка? А, это всего лишь маркер. Я слежу за тобой, новенькая. Ха, кажется, кто-то перепутал класс. Вот чудило. А как бы ты пронес сладости в школу? Расскажи нам в комментариях. Не забудь оценить наше видео и подписаться на канал. А для того, чтобы не пропускать новые приключения, бей в колокольчик.